Что касается самого полотна по улице Арбузова, то оно неплохое. Особых замечаний к полотну у комиссии нет, за исключением тем там двух-трех штрихов по стыковке. Все замечания, а их больше десятка, они не очень существенные, но они есть. Это как раз по сопряжению мест основного полотна и парковок, и въездов, вот. Ну и также элементов благоустройства. С завтрашнего дня мы отсчитываем 10-дневный срок для устранения этих замечаний. Акт мы комиссионно подписываем и вручаем подрядчику для устранения, после чего вновь собираемся, проходим и тогда подписываем документы на оплату. Гарантия какая? Гарантия 4 года, да, Максим Юрьевич? 4 года. 4 года гарантия дороги.